Психолог – это не профессия, а образ мысли и стиль жизни. А быть педагогом-психологом – это настоящее мастерство. Поэтому в городском округе Щелково стало уже хорошей традицией проводить конкурс среди педагогов-психологов, который позволяет открыть специалистам новые грани своего мастерства. Мероприятие проводится в целях повышения профессионального уровня педагогов. Муниципальный конкурс проходит уже 4-й год подряд. В этот раз он вышел на новый, более серьезный уровень. Он получил новый статус, стал более высокого уровня и стал входить в конкурс «Педагог года». В этом году у нас 6 участников, представители детского сада и представители также школ. Конкурс будет проходить в 4 этапа. На первом участнике представят свою визитную карточку. Второй покажет, как педагоги по своему протоколу обследования могут написать психологическое заключение. Третий этап включает в себя мастер-класс по работе с детьми, родителями или педагогическим коллективом. И, наконец, на четвертом жюри будет оценивать выполнение конкурсантами кейс-задания «Консультация». Первый этап стартует уже в начале февраля. В состав жюри вошли опытные педагоги, а также победители конкурса прошлых лет. Ольга Двужилова выиграла в 2021 году. Она уверена, главное не победа, а участие. Это опыт, который остается с тобой на всю жизнь, потому что ты приобретаешь много новых знакомств, много знаний в ходе конкурса. Ну, скорее всего, мне помогло стать победителем. Наверное, оптимизм, такое рвение к победе у меня как такового не было, но очень хотелось все сделать с душой, правильно, чтобы коллеги оценили и, скажем так, увидели мой профессиональный опыт. Открытие конкурса прошло в торжественной обстановке. Участницы зажгли свечи, пламя которых символизирует тот огонь, который непременно должен гореть в душе каждого педагога. Ведь чтобы быть специалистом в своем деле, его нужно по-настоящему любить. Награждение лучших педагогов-психологов состоится в финале конкурса «Педагог года». Проведение церемонии запланировано в марте. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.